оптимизма специально для паблика на стадии фильма посмотрел фильм «Элизиум». Вот, непосредственно. Ну это пиздец крутой фильм, вот реально крутой фильм. Короче, рассказываю суть. Суть то, о чем я мечтал буквально со школы, читал очень много фантастики. Короче, нормальные белые люди построили себе отдельное поселение. Ну, правда, здесь на орбите Земли, потому что Землю засрали. Вся Земля говорит на испанском. Белые люди, живущие в этом самом Элизиуме, это такое типа космического корабля с искусственной атмосферой. Все там элитный коттеджный поселок, по сути дела, все белые, все говорят по-французски. Все очень красиво, цивильно, идеальная медицина. Блять, сука. Короче. Такого на Элизиум бы не пустили. Так вот, в чем суть. Так, в общем, тоже Элизиум. В чем суть? Мэтт Дэймон, преступник, короче, всю жизнь угонял машины, был судим. И в итоге попал на завод. В итоге попал на завод, получил дозу радиации и умрет через 5 дней. Чтобы не умирать, ему надо попасть на Элизиум. И вот начинается движух, он начинает... Значит, похищает какой-то миллиардера, пиздит у того секретные коды в голову себе, переливает их. Короче, суть в чем? Суть в том, что дальше движуха идет о том, как бы всех бедных с Земли сделать гражданами этого Элизиума и запустить их туда, чтобы они хорошо жили, вкусно ели и получали медицинскую помощь обыденную. Вот здесь уже самый страшный сон цивилизованных государств, что толерантное и недостаточно агрессивное богатое государство не может истреблять всех, кто пытается у них поселиться. И в итоге человек, который хочет жить, вынужден, по сути дела, уничтожить нормальное белое поселение для того, чтобы выздороветь. Но получится у него это или нет, вот смотрите, но я реально весь фильм переживал, как бы хочется, чтобы и главный герой выжил. И с другой стороны, блядь, ну не хочется, чтобы все латиносы и негры с Земли поселились в этом прекрасном уютном уголке. Короче, фильм реально крутой и философский. Смотрите, не пожалеете. До новых встреч.